Всем здравствуйте! У вас тоже мало места на подоконниках, а цветов еще хочется? Вот один из вариантов улучшения этой ситуации – подвесное кашпо своими руками. Его можно сделать любого цвета, который хорошо подойдет к вашему интерьеру. Цветы можно легко подвесить в любом месте благодаря крючкам, а с приходом теплых дней вы можете украсить свой двор или балкон, подвесив цветы на улице. Я вязала пряжи, из которой плетут макраме, но можно взять любую или связать из шнура. Для работы понадобится пряжа, крючок для вязания, крючок или лента для подвешивания и ваше терпение, если вы не вязали раньше. Это хороший повод познакомиться с работой крючком и втянуться в это дело. Я имею в виду вязание. Итак, приступим. Для начала вязания делаем скользящую петлю. Вводим крючок в кольцо и вытягиваем нить. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2. 3, 4, 5. Вводим крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид и протягиваем через 2 петли на крючке. Снова 5 воздушных петель. Ввели крючок в кольцо, захватили нить, вытянули ее, сделали накид, протянули через 2 петли на крючке. Еще 4 раза так. 5 воздушных петель. Закрепили в кольце. Следующие 5 петель закрепили. Итак, в каждом ряду будем вязать по 6 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 арок. Только в каждом ряду будем увеличивать на 1 воздушную петлю. За короткий конец нити потянем, присоберем серединку. Итак, связали 6 арочек. В начало вязания сделаем 1 соединительный столбик, вытянули нить и протянули через петлю на крючке. Первый ряд готов. Чтобы начать следующий ряд, надо продвинуться на вершинку первой арочки. Для этого будем вводить крючок в петли арочки и вязать соединительные столбики. Крючок в петлю, подхватили нить, вытянули ее и протянули через петлю на крючке. Вот дошли до вершинки. В этом ряду будем вязать 6 воздушных петель в арочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в арочку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. Вводим крючок в арочку предыдущего ряда и провязываем столбик без накида.
И так вяжем весь ряд. Связали шестую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрепляем ее соединительным столбиком. И снова соединительными столбиками продвигаемся по арочке из предыдущего ряда в ее вершину. Вяжем третий ряд. В этом ряду в арочках вяжем по 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И закрепляем эту арочку, вводя крючок в середину арки предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида. 7 петель. Закрепляем. Закончили ряд, замыкаем его соединительным столбиком и снова соединительными столбиками продвигаемся до вершинки этой арочки. В этом ряду вяжем арочки из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрепляем столбиком без накида. Довязали шестую арочку, соединительный столбик. Замкнули этот ряд. Снова продвигаемся по этой арочке к вершинке. В этом ряду вяжем арочки из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили ряд и замкнули. Снова продвигаемся на вершинку этой арочки. И в этом ряду вяжем арочки из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10.
закончили ряд. В следующем ряду вяжем снова 10 петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть он такой же, как и предыдущий. Провязали ряд, замкнули его. Снова двигаемся на вершинку арочки предыдущего ряда. И в этом ряду третий раз по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили ряд, замкнули его и снова продвинулись на вершинку предыдущей арочки. Итак, как мы вязали? Скользящая петля, арочка из 5 воздушных петель, затем из 6, из 7 воздушных петель, 8, 9 воздушных петель и 3 раза по 10. Теперь приступаем к вязанию подвесов. Их длину вы, конечно, регулируете сами. Я покажу, как вязала на своих. Итак, набираем 50 воздушных петель. Вот как мы замкнули ряд, поднялись парочки и отсюда начинаем вязать подвес. Я провязала цепочку из 50 воздушных петель. Теперь еще я провяжу 5 петель для колечка, куда будет входить крючок. 1, 2, 3, 4, 5 петель. И начиная вот с крайней 50 петли, будем вязать соединительные столбики. Очень просто вводим крючок в косичку, подхватываем нить, вытягиваем ее и протягиваем через петлю на крючке. Или делаете это двумя движениями, или одним, двумя так. Вытянули петлю, протянули через петлю на крючке. Или сразу вытянули и протянули. То же самое, только быстрее. Так провязываем всю цепочку и получается такой шнурочек. Довязали цепочку эту. Теперь снова соединительные столбики по второй половине этой арочки.
так как подвеса будет 3, а арочек у нас 6, эту арочку просто провязываем. Продолжаем вязать соединительные столбики. Провязали эту арочку. Теперь для того, чтобы связать следующий подвес, провяжем соединительные столбики до середины следующей арочки. И снова вяжем 50 воздушных петель. Пятьдесят петель подвеса, 5 петель на колечко для того, чтобы подцеплять. И снова соединительные столбики, чтобы у нас получился плотный шнурок. Заканчиваем второй подвес. Обвязываем до конца эту арочку. Так как в этой арочке подвес, значит эту мы вяжем так, как здесь вязали. Здесь меня ждал сюрприз. Вот такой. Придется прятать мне эти концы. От этого никто не застрахован. Итак, в этой арочке снова вяжем подвес. Значит, продвигаемся до середины. Делаем все точно так же, как делали до сих пор. Закончили третий подвес и довязываем. Работа почти закончена. Осталось обвязать эту арку.
довязали, обрезаем нить. Теперь надо аккуратно закрыть вязание. Эта петля провязанная. Берем следующую петлю и вводим в нее крючок вот так на себя, с изнаночной стороны на лицевую. Подхватываем нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вот наша последняя петля. Введем в нее крючок с изнаночной стороны на себя. И нить эту подхватим и вытянем на изнаночную сторону. Все подтянем, растянем. И вот такой аккуратный край получается. Осталось закрепить эту нить и нить скользящей петли. Нить скользкая, поэтому приходится туда-сюда конец протянуть, чтобы было максимально закреплено. Я уверена, у вас все получилось и вам понравилось. На сегодня все. Всего вам доброго! Все, работа готова. Осталось ее подтянуть во все стороны, чтобы все арочки в центре установились. Вот так быстро и аккуратно получается такое симпатичное кашпо.